Вы что больше хотите, попеть хором или что-то новенькое услышать? Новенькое. Новенькое. А, давайте пополам. Так, я тогда начну с песни автора, которого в Удмуртии знают мало. Это самарский бард, спортсмен, водный турист Юрий Панюшкин. Что-то я полюбил его песни последний год. Удивился, а знает его мало. И вот такая первая песенка. Я даже не знаю, как она называется, собственно говоря. Но это не важно, я думаю.